И здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Cat Family. Я как-то выкладывала видео про старую стиральную машину Bosch. Вот, мы очень долго с ней мучились, там надо было менять панель почти половина стоимости новой стиральной машины. В общем, меня часто спрашивают про замок для стиральных машин Bosch. Значит, вот стиральная машина Bosch. Я ей безумно довольна, она у нас уже более полгода. Вот, и я хотела вам рассказать про эту стиральную машину. Во-первых, она единственная со стиральных машин Bosch, которая входит в проем, если снять дверцу в ванной машине, вот, и снять, допустим, люк, она выходит в проем 57 сантиметров. Это просто потрясающая стиральная машина, честно говоря. Вот, у нее безумное количество функций. Самое главное, что у нее есть меню на нескольких языках. Значит, я выбираю сейчас вот эко. Я выбираю короткую стирку. Ставлю. Выбираю температуру. Ну, мне 90 не надо. Я поставлю 60, например, да. Так. Выбираю больше воды. Я люблю, чтобы хорошо выполоскалась. И нажимаю старт. Я использую капсулы для стирки. Мне очень нравятся капсулы для стирки. Капсулы для стирки мы обычно покупаем вот такие вот. Они очень хорошие. Тут очень хорошее толстое стекло двойное. Кстати, оно с обратной стороны, оно, вот сейчас я вам покажу, какое это стекло, чтобы вы поняли меня. Сейчас, секунду, я нажму на паузу. Вот видите? Сейчас откроется стиральная машина, и я вам покажу это стекло, почему я настолько просто балдею от этого стекла. Смотрите, здесь оно, как обычное стекло, так. Здесь оно вот ровное, видите? Плюс нету вот этого идиотского замка, который обычно ломался. Ну, были такие проблемы вот в стиральных машинах Bosch, когда ломался замок. Вот, тут нет вот этой вот ручки. Здесь просто, вот видите, на люке. Так, ну что, пойдем к замку. Вот я поставила включить стиральную машину. И сейчас я вам покажу, в принципе, кто обратил внимание, кто очень внимательный. А, тут есть маленькая подсказка. Видите? 3 секунды. То есть, если удержать вот эти вот 2 кнопки, все. Замок стоит. Ну, просто это все внимательность. То есть вы сейчас можете вот такой вот идиотизмом заниматься. Как вы хотите крутить, все, что вы хотите, делайте. Видите? Оно будет только пипикать, но ничего не изменится. Видите? Голосовой сигнал, наверное, можно отключить, но он мне очень нужен. Я, то есть, люблю голосовые сигналы. Сейчас мы стираем одеяло. А, как снять замок? Ну, давайте опять. Как снимается замок? То же самое. Вот и все. И опять мы ставим замок. Все. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Честно говоря, стиральная машина Bosch, по-моему, первая удачная самая модель за... Ну, за очень большое количество лет. Фу-фу-фу. А, корзиночку хочу показать. А вы что? Ну, немножко есть налет, потому что у нас вода из крана идет немножко с желтоватым цветом. Вот. Но водоканал говорит, что все окей, все нормально. А технические, как бы, параметры не влияют. В общем, у нее вот такие вот программы. Я довольна.
Еще раз, вот модель стиральной машины. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. С вами был канал Cat Family. И, кстати, мы брали машину на 8 килограмм. Как сказал мастер, вы молодцы. Все-таки вы можете всю жизнь не стирать 5 килограмм там или 3 килограмма. Но вы молодцы. А почему? Это износ подшипников. Ну, в общем, как-то так вот он сказал.